Коней на переправе не меняют, и многие в России это знают. Поэтому скажу, дойдя до сути, России долго править будет Путин. При нем все овцы целы, сыты волки, а на врага заточены иголки. Чтоб в этом мире жить и не тужить, своей свободой надо дорожить. Слова просты, зато они правдивы. Сегодня нет ему альтернативы.